История создания библиотеки началась вместе с рождением музея в 1913 году. С небольшой коллекции книг, среди которых были издания, принадлежавшие Ивану Пожалостину, а также иностранные энциклопедии, словари, биографии художников, определители по фарфору, керамике и металлу. Сегодня в библиотеке немало редких ценных изданий. Из нашей коллекции она насчитывает около 3000 экземпляров. Это издание самое раннее, это 1791 год, это как раз издание многотомное Джорджа Вазари «Жизнеописание великих художников, живописцев, скульпторов и зодчих». Оно вышло, сначала оно было не 12-томных, оно было гораздо меньше. Первое издание вышло в 1550 году, второе издание «При жизни» Вазари вышло тоже в 1568 году. А наше, я так полагаю, что наше третье издание, но с большим перерывом. Библиотека сотрудничает с крупными российскими музеями, Эрмитажем, Третьяковкой, Русским музеем и другими. На выставке представлено 129 книг и журналов, которые не только знакомят с авторами и издателями, но и дают представление об искусстве оформления русской и зарубежной книги.